Масштабные мероприятия прошли в Зубцове в минувшую субботу. 23 августа, в очередную годовщину освобождения города от немецких захватчиков, здесь состоялась церемония захоронения останков советских солдат и офицеров, павших в боях Великой Отечественной и обнаруженных поисковиками. Подробности у Романа Быкова. 23 августа – особая дата в истории Зубцова. Именно в этот день, в 1942 году, в город ворвались советские танкисты, принеся освобождение от немецкой оккупации. Вплоть до апреля 1943 года в окрестных местах шли крайне тяжелые бои, когда Красная Армия безуспешно пыталась прорвать германскую оборону. Все тягостные бои, о которых какое-то время предпочитали умалчивать, потому что это были бои на изматывание живой силы и техники противника, и поэтому такое огромное количество советских солдат полегло в зубцовских, ржевских, бельских, смоленских лесах и болотах. Лишь после советской власти в стране стали открыто вспоминать о событиях, происходивших на этой земле. А в 2017 году историческая справедливость была окончательно восстановлена. Зубцову присвоили звание города воинской доблести. Это отметил и губернатор, который прислал приветственный адрес участникам и гостям церемонии. Сегодня Зубцов – это город воинской доблести Тверской области, один из признанных центров патриотической работы в России. Мы всегда будем помнить тех, кто погиб за родину, гордиться поколением победителей. Благодарю ветеранов Великой Отечественной войны и тружеников тыла за самоотверженное служение нашей стране. Уже на протяжении 30 лет в окрестных лесах и болотах работают поисковики. Благодаря им в братском захоронении в деревне Веригино свой последний покой нашли свыше 10 800 советских солдат и офицеров, погибших в ходе Ржевско-Вяземской и Ржевско-Сычевской операций. Имена 1152 бойцов удалось установить. В минувшую субботу к ним добавились останки еще 462 защитников Родины, поднятых в ходе экспедиции 19 и 20 годов. На церемонию перезахоронения прибыло немало людей из других регионов, а также из республик бывшего СССР. Среди почетных гостей – член Совета Федерации Тверской области Владимир Лукин. Мы обычно празднуем освобождение больших городов, именами которых называются операции и так далее. Здесь мы отмечали освобождение, юбилей, годовщину освобождения города Зубцова. Города небольшого, но города, который был в эпицентре этих грандиозных событий. Останки пяти бойцов были переданы родственникам, которые захоронят их в других регионах страны. Поисковики же продолжат свою непростую работу, которую, судя по потерям Красной Армии в боях под Ржевом и Зубцовым, у них будет еще очень много.